Учащиеся 11 класса Донецкой школы номер 15 посетили музей, расположенный в здании Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Среди тысяч экспонатов и документов особое место занимают экспозиции, посвященные войне в Донбассе. В планах создание и восстановление экспозиций, посвященных работе правоохранителей в период Великой Отечественной войны. Музей был восстановлен и торжественно открыт в 2016 году. Директор музея Наталья Востропкина убеждена, что подрастающее поколение должно знать историю родного края. Донбасс уже проходил подобные потрясения в 1920 году. На тот момент милиции удалось взять под контроль ситуацию и с честью и с достоинством выйти из нее, обеспечить правопорядок в городе и в области. И на сегодняшний день мы видим, как и наша полиция с честью и с достоинством справилась с непростой ситуацией и тоже восстановила порядок в городе. Среди тысяч экспонатов и документов, наглядно иллюстрирующих все этапы создания и развития правоохранительной системы Донбасса, особое место занимают экспозиции, посвященные текущему вооруженному конфликту. Школьники с интересом слушали директора музея, которая детально рассказала о вековой истории создания милиции в нашем крае, формировании и становлении правоохранительных структур региона. Мне понравился этап и современности, то есть вещественные доказательства всего того, что происходит сейчас, так и 50-е, 60-е годы, этот период достаточно интересный для меня. Спасибо за экскурсию, я узнал много нового. Мне понравился больше этап, самое начало Донецкой милиции, то есть его установление. В будущем я планирую связать свою жизнь с полицией, и это было для меня очень познавательно. Я бы хотела стать следователем, потому что борьба с коррупцией, я считаю, это есть наивысшее в жизни. Педагоги убеждены, что такие экскурсии полезны для подрастающего поколения. Сегодня очень большое внимание в нашей республике уделяется патриотическому воспитанию молодежи. И мы, педагоги нашей школы, стараемся, чтобы наши учащиеся действительно росли настоящими гражданами нашей республики. Мы хотим поблагодарить Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, директора музея Наталью Юрьевну за такую возможность, предоставленную прикоснуться хотя бы немножечко к истории становления милиции в Донецкой Народной Республике. Руководство МВД при всей сложности задач новой полиции большое внимание уделяют патриотическому воспитанию нашей молодежи. Для этого мы восстанавливаем и открываем новые экспозиции в нашем музее, для того, чтобы молодежь знала более чем столетнюю историю Донецкой милиции. Музей МВД продолжает восстанавливаться и расширяться. В данный момент идет работа по созданию и восстановлению ряда экспозиций, посвященных работе правоохранителей в период Великой Отечественной войны.